Так, продолжаем. Блять, хуя тут. И что это дает? Слышь ты, блядь. Так, подкосили, ну незначительно, жить можно. Уровень угрозы достиг отметки 7 в соответствии с протоколом. Чего? Уровень угрозы достиг отметки 7 в соответствии с протоколом. Че это было, блядь? Угрозы достиг отметки 7 в соответствии с протоколом. Бля, вот тебя покосился. Бля, что-то меня убило, короче, тут я что-то не понял, надо сейвануться. Наверное, дверь прищемила 100%. Ебать. Опасно. Так, тут не открывается. Кто здесь? О, все, съебнул, нихуя себе. Наверное.
Москву, земля. Монтек-Сити, трущобы. Блять, что-то и тут противники тоже, да? Ну это логично. Так, надо сохраниться в этом месте. Вверх, вниз. Больше ничего нету, да? Остановите его! Да что? А что меня убивает? Погоди, я пойду первым. Может, у них все схвачено? И в космосе, и на Земле, блин. Ну, дробыжгодная тема. Ох ты. Пестер нормально решает. Бля, сколько у меня оружия, пиздец. На один Six Hour P226. Бандитский район попал, блядь. Да, ну это дюжа шикарно для них, блядь. Пистолетом можно погонить. Блядь, какие закоулки еще есть, прикинь. Ну это просто тупичок. Так, надо сохраниться, естественно. Тихо. Пистолет такой себе, это ближний, боюсь только с ним. Автомат.
Дробовик тут точно не прокатит. Чего, блин? Нихуя себе. Осторожно! Тихо, чувак, подожди. Бля, теперь надо за аптечками идти. Так, одна есть. Ну все, больше не надо. Арморчик теперь, арморчик нужен. Да, у меня игра вылетела, прикинь. На паузу поставлю. Так, зашел. Готов. Где ты, урод, блядь? Ну, вроде слила его. Блять, что-то аптечку через решетку не можешь достать. Ой, броня что? Так, там тупичок. А чё? Осторожно! То есть дверки все-таки открываются, насколько я понял, а? Тихо. Ой, хорош, бы дробовик таких помещений просто выручает. Спасибо. Я ранен. Так, а где броник, который лежит за решеткой, блядь? А, вот он. Погодите! Ты откуда здесь взялся, блядь? Погодите, говорит. Не ходи туда! Погодите! Тебе же сказали, не ходи туда! Что? Непонятно, блядь! Урод, блядь! Сука! После такого клатча, естественно, надо сейвнуться. Подожди, вот я хочу, честно, сбегать, ебать.
Сейчас я назад вернусь, там же проход был, сейчас вот на паузу ставлю. Вот тут же какой-то проходик, смотри. Вот тут вот. Вопрос, куда он ведет? О, кольтушка, нихуя неплохо. Но патронов, правда, маловато, блядь. Короче, здесь мешка была. Ебать! Пацаны, вы чё, блядь? Ну, откройся! Откуда они, блядь, взялись, сука? Ну, все, закрыто, да? Ну, я понял. Ладно, когда тут этого места заналю. Так, здесь... Бля, что же взять-то? Тут патронов мало, но у нас, в принципе, есть это вот, это хуета, но она, блядь, такая себе. Не, ну в принципе пойдет, если контролить нормально его. Во-во-во. Че это было? Скример какой-то, ебать. Полегче, жирный. Убейте его! Подожди, откуда? Подожди, как... Сука, черт ебаный, ты будешь умирать или нет? Бля, ты откуда взялся такой? Блять, падла, а. Чё это было? Блять, зачем? Пугать. Так, здесь горит все. Значит, надо сохраночку. Бля, сейчас подожди, отойду сейчас на паузу. Там скажу потише, вот, бля, горит хуйня там сзади. Да готов. Бля, сюда, по-моему, дайте. Да умри ты, сука! Бля, заебись, аптечки на каждом шагу, блядь. В
что не скажешь в арморе. Две большие аптечки. А что тут босс типа будет, что ли? Мне не нравится это, бля, соточка. Мотик Сити, семья. Персонаж, который может вас заинтересовать. Чейзер. Бармен, виски со льдом. Ты кто, парниша? Я тебя здесь раньше не видел. Последние несколько часов меня называли Чейзером. Прямо как парни в ящике. На самом деле меня пугает парень в телевизоре. Хотя, возможно, мы с ним один и тот же человек. Вся моя память, несколько последних минут. Единственное, что я помню, посадку в каком-то бараке, потом эти бандюги. Ты пришел по адресу. Никто не знает об этих трущобах больше, чем старый Майк Гомес. Я мог бы сказать тебе пару полезных вещей, но не здесь. Иди за мной, парниша. Иногда и паранойя оказывается полезной. Особенно если семья дышит тебе в затылок. Запомни это, парниша. Что бы ты ни делал в Монтек-Сити, следи за тылом. Никогда не знаешь, где напоришься на избалованного ублюдка. А ты, значит, белая ворона? Почему же ты не плюнешь на них и не пойдешь собственным путем? Вообще-то была бы моя воля, я бы давно отсюда смылся. Но семье не слишком понравится, если один из ее отпрысков решит жить по-своему. На этот случай нам всем имплантированы маленькие металлические паучки. Если мы отойдем от города слишком далеко, паук взорвется. Разве ты не можешь от него избавиться? Много будешь знать, плохо будешь спать. Слушай сюда. Повернись, выйди наружу и беги, пока не увидишь первые пальмы. Убирайся из этого города, пока можешь. То есть? Слушай, Чейзер, ты сейчас запросто можешь заработать собственного маленького паучка. Если будешь стоять столбом, то точно его получишь. Ошибся.
мистер Чейзер лично. Для меня большая честь познакомиться с таким знаменитым человеком. Недавно у нас тут был дубль Ральфа Надера, но его никто не узнал. А вас, господин Чейзер, признал даже Томми. Бред какой-то. Ну-ну, господин Чейзер, ваша слава и цена растут с каждым выпуском новостей. Убийство, угоны, а теперь Маджестик. Это вы просто подарок для нас. Скоро начнется война с Якудза, и человек ваших талантов нам очень пригодится. Похоже, у меня не слишком богатый выбор. Следуйте за мной. Нихуя себе уже завербовали, бля. Мотор-сити по ушам, по уши строят, да ну на. Low pressure stabilized. Heart rate regular. No signs of abnormal activity. Brain waves in level delta. Subject prepared for operation. Добрым здравием, господин Чейзер. Реакция вашего организма на введение паука была довольно необычной. Да, думаю, это верное слово. Мы уже решили, что потеряли вас, но все кончилось хорошо. Добро пожаловать в семью. Чувствуйте себя как дома. Вот сука. Ах да, чуть не забыл. Даже не пытайтесь сбежать из города. Устройство, помещенное вам в шею, может неправильно понять ваш падут. Бля, говорили же бежать, идиоты. Нахуя он пошел к парадке, бля, дебил? Ты должен быть очень осторожен. У паука есть крошечный выключатель. Если рыпнешься на Валеру или сделаешь еще какую-нибудь глупость, то просто взорвешься. И что же, по-твоему, мне делать? Вести себя тихо и выполнять все приказы. После нескольких успешных заданий они оставят тебя в покое. А потом будет время, чтобы избавиться от паука и смотаться из города. Теперь иди за мной, парниша. Все уже ждут нас на кухне. А что ж он из-под паука не избавится? Вот вопрос. Мы перехватили сообщение Япоши. Они связались с кем-то на островах. С кем-то по имени Большой Драгон. Его присутствие в Монтек-Сити может сыграть против нас. Это здание – наша цель. С третьего этажа казарм открывается прекрасный вид на квартиру, в которой япошки собираются встретиться с парнем с островов. У нас две новости – хорошая и плохая. Хорошо то, что они разгребают обломки станции Маджестик. Плохо же то, что делом заправляет Якудза. Ремонт идет круглосуточно, рабочие трудятся даже ночью. А самая большая неприятность в том, что там постоянно дежурит охрана. Это проблема. Если они узнают, что привлекли внимание, все дело полетит к чертям. Так что работу надо проделать без единого выстрела. Мистер Чейзер проникнет внутрь и любым доступным способом разузнает, что замышляет Агава. Как я попаду туда и как мне ориентироваться внутри? У нас есть планы здания, предоставленные главным инженером компании, производящей ремонт. Гомес будет из машины отслеживать местоположение твоего паука и предоставить необходимые инструкции, если в них возникнет нужда.
Можно ли будет отследить мое точное местонахождение с помощью паука? Только на небольшой дистанции. Сигнал паука недостаточно силен, чтобы следить за тобой в ходе всей операции. Поэтому мне придется пойти с тобой. Но команду на взрыв паук услышит даже на Аляске. Ты меня понимаешь? Если больше вопросов нет, приступайте к работе. Шлюзы. Итак, мы на месте. Видишь дом? Тот, что с лесами. Вижу. Это твоя цель. Сама встреча будет проходить в доме напротив, в комнате номер 35, что означает... Лучшее место для наблюдения – уборная в кабинете Агавы на втором этаже. Не поднимай шума и сделай так, чтобы тебя никто не увидел. Слышишь? Я не глухой. Надеюсь. Неизвестно, сколько внутри камер, но мы знаем, что они не оснащены приборами инфракрасного видения. Если что, ты сможешь спрятаться в тени. Там 4 охранника, но если мои догадки верны, 2 из них просто необстрелянные лентяи. Еще 2 будут внутри. Думаю, единственный подходящий маршрут проходит через черный вход мимо 2 недоделков. Верно. Не думаю, чтобы они ночью оставили без охраны главный вход. Я буду следить за тобой плакатом. Как только ты подойдешь к двери, я отвлеку их внимание. Понял. Если потеряешься внутри, я свяжусь с тобой и подскажу дорогу. Вроде все. Теперь дело за тобой. Ах да, чуть не забыл. Если я услышу сирену или звуки стрельбы, или если ты отойдешь от меня дальше, чем на 300 метров, у тебя будет 3 секунды, чтобы помолиться. Смешной ты парень. Все шутишь и шутишь. Просто запомни то, что я тебе сказал. Так, сохранился. Блять, куда пойти, куда податься, ебаного. Так, я понимаю, это охрана, да? Знать бы, куда идти еще. Мне нужно проникнуть в здание, посмотреть встречу глав Якутии. Никто не должен увидеть меня, я не должен никого убивать. Блять, ну это, конечно, такое себе. Прощай. Блять, меня увидели. Тяжело, блядь, не зря через люк нельзя, блядь, нет, через люк, сигану. Не открывается. Блядь, что мне подсказывает, здесь можно пройти, сука. Куда дальше-то хоть?
Бля, сейчас я опять запарю, наверное, игру, сука. Жди моего сигнала на вход, парниша. Это еще что такое? Без понятия. Я пойду проверю, а ты сиди здесь. Вперед, парниша. Надо сохраниться. Вот. Я внутри. Замечательно. Иди в дверь слева. Лады. Кто-то открывает дверь. Быстрее найди темный угол и сиди тихо. Потише там, вы двое! Он что, псих? Да пошел он, идиот! Козел! Дальше в левую дверь. Куда дальше? Надо часто сохраняться, чтобы не переигрывать этот нахуй потом. В дверь слева от лестницы. Блять, не перелазить, прикинь. Теперь вверх по лестнице. Не туда, вернись. Так ты же сказал вверх по лестнице, ёпта. Какую, блядь? Надо этот сохраниться опять. Теперь направо и во вторую дверь слева. Иди до конца длинного коридора и поосторожнее, тут камера. Налево. Открой. Ну что еще? Чего ты ждешь? Мы не можем торчать здесь всю ночь. Через несколько минут будет уже поздно. Я не могу ничего сделать. Тут пара каких-то маляров. Через маляров, что ли, идти получается? Порядок. Я на главной лестнице. Молодцом. Поднимайся наверх. И вот здесь. Кажется, тут ржавчина, так что прокрасьте как следует. Ладно, шеф. Теперь до самого конца коридора. Куда? Сюда? Не туда. Вернись. Ёб твою мать, ты объясняй нормально, ёбаный народ, до самого конца коридора. Тут два коридора.
Никуда, сюда. Сохранится, вдруг не ту дверь откроем. Везет, не тебе. Итак, Агава-сан, вы хотели с нами побеседовать? Нам нужна помощь. Несколько лет назад весь город лежал у наших ног. Мы контролировали полицию, мэра и даже сенат. Дела шли лучше некуда. Монтек-Сити был настоящим сокровищем Севера. Те проценты с наших доходов, что мы перечисляли на острова, стали фундаментом теперешнего могущества Большого Дракона. Большой Дракон все помнит, Агава-сан. Да, спасибо. 5 лет назад, после Большого Пожара, вся наша власть превратилась в дым, струящийся над маленьким Токио. За одну ночь мы потеряли все, что создавали долгие годы. Целый район рассыпался пеплом. И вот пока мы пытались подняться с колен, покинутые судьбой, появился Гектор Валеро и прибрал к рукам почти все наши дела. Более того, я уверен, что именно он и его люди стояли за самим пожаром. Вы не переоцениваете силы Валера? Валера. Огонь возник одновременно в нескольких местах. Валера. Это был настоящий ад. Словно огненная буря прокатилась по улицам. Сотни людей просто испарились. Я пережил землетрясение в Лос-Анджелесе в 2145 году. Тогда целый город погрузился в океан. Они вышли из комнаты. Я не могу настроиться на них отсюда. Иди в кабинет. Оттуда я тебя доведу до нового места. Обратно по коридору, через комнату, потом налево до конца и в большую дверь. Я надо сохраниться. Хорошо. Блядь, Зюка, его падла увидел, блядь. Эй, ты кто такой? Да блять, сука, падла, а? Ты кто такой? Прости, прощай, парнишка. А что там, камера где-то, что ли? Я чуть не понял. Помогли его марсианские друзья. Вы ведь не верите в марсианский след? Я уже не знаю, во что мне верить. Как иначе он смог бы за одну ночь отнять у Большого Дракона его город? А теперь еще на него работает Джон Чейзер. Чейзер? Но он по другую сторону баррикад. Тут скорее замешаны Стоун или Тортом. Чейзер, вали оттуда. Они тебя засекли. Валеро? Я думал, это чистота Майка. Так оно и было. Мотай тебе, говорят.
Легавые могут появиться в любую минуту. Не заставляй меня воспользоваться пауком. Беги. Чейзер, тебе не удастся выйти. А, блядь. Тем же путем, которым ты вошел. Я вижу ребят из охраны Агавы. Они возвращаются к зданию. Класс. Спокойно. В комнате рядом с ванной есть открытое окно. Я вижу его отсюда. Смеешься? Хочешь, чтобы я выпрыгнул из окна? Именно. Прямо под ним леса. По ним ты сможешь спуститься вниз. Не в ту дверь, Чейзер. Хорошо. Какое окно-то? Бля, здесь не вижу лесов никаких, блядь. Да, блядь, застрял, что ли, сука, ёб... Ой, блядь. Класс. Спокойно. В комнате рядом с ванной есть открытое окно. Хорошо. Я вижу его отсюда. Смеешься? Хочешь, чтобы я выпрыгнул из окна? Именно. Прямо под ним леса. По ним ты сможешь спуститься вниз. Я никаких лесов здесь не вижу, блядь. А ну вот на те можно попробовать сигануть, блядь. Да прыгай, ёпта. Теперь знали бы, в какую сторону пиздовать, блядь. Ну, сюда вряд ли. А, продолжим следующую серию тогда.